Большая беда пришла на Дальний Восток, сильнейшее за последние 20 лет наводнение. В преддверии наступления холодов люди остались без крова и имущества привычных вещей. Ни мебели, ни одежды. Ничего их того, что наживали по несколько лет. Анапчане могут оказать реальную помощь жителям Дальнего Востока, попавшим в зону бедствия, приняв участие в акции по сбору денежных средств и гуманитарной помощи. Анапчане, индивидуальные предприниматели, сотрудники больших предприятий, на беду пострадавших на Дальнем Востоке откликнулись многие. Сотрудники телерадиокомпании «Анапа Регион» тоже присоединились к акции. Собрали деньги, купили продукты, теплые вещи. Активисты молодежного движения упаковывают принесенные анапчанами продукты питания. Крупы, макароны, тушенку, чай, сахар, соль, а также теплые вещи, средства личной гигиены. Нужны постельные принадлежности, теплые вещи и обувь. Сбор гуманитарной помощи продолжается по адресу улица Крымская, 125, двор библиотеки имени Пушкина с 9 до 19 часов. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа Регион.